обычно, это не про Митро. Творческий подход во всем, и вот вместо обычной новогодней вечеринки невероятное шоу. Мы рады вас видеть в нашем любимом клубе «Айкон». Это невероятный Новый год, Митро! Пока одни веселились в зале, другие тщательно готовились к выходу на сцену. Почему ты на Спайдермен сегодня? Потому что миру угрожает опасность. Я в танцевальной команде 24/7. Из меня пытаются сделать супер-женщину. Я объединяю совершенно всех супергероев, потому что я женщина. Лучшие и уже полюбившиеся многим номера второго этапа конкурса «Митровижн». Каждая песня – хит. Бэтмен, Супермен, Человек-паук, Халк. И это не просто персонажи комиксов, это наши студенты в образе. Мы провели перепись супергероев. У меня есть одна суперспособность, я умею быстро прилетать на Митро-вечеринке. Суперспособность танцевать. Сегодня мы это покажем. Менять свой образ, свою чешую. Ну, вы можете попробовать сделать это на мне. Давай, а как это сделать? Просто проведи по мне. Это правда классная суперспособность. Как ты думаешь, у наших преподавателей есть какая-нибудь суперсила? Конечно, у них есть радость, есть любовь. Это что же суперсила, правильно? У преподавателей есть суперспособность устроить нереально крутой праздник студентам. Но их же сегодня нет. Ну вот, это вдвойне суперспособность. Они устроили и не пришли. Никто никого не стесняется. Все круто, классно. А на сцене уже ждали другого героя. В этот вечер Митро подарил своим студентам выступление одного из самых популярных артистов лейбла Black Star. Да, это Мод. В ожидании звезды мы решили проверить, насколько хорошо ребята знают его песни. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан. Ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить и дня? И вот главный гость, покоритель девичьих сердец, Мод уже на сцене. Его песни буквально взрывают танцпол. То, что здесь собрались ребята, которые шарят в телевидении, в радио и во всей этой истории, я уже понял. Судя по количеству камер за кулисами и здесь... Можно было даже не узнавать, куда я приехал. А как насчет того, чтобы попеть всем вместе, а? Незабываемое шоу, которое мы будем помнить еще долго. За грядущий 2017 можно быть спокойным, ведь всем известно, как год встретишь, так его и проведешь. Открывали свои танцевальные и вокальные суперспособности вместе с вами Елена Бугакова, Арина Дубровина, Елизавета Мелиженкова. Митро Лайф.